хейтерам отвечаешь или удаляешь комментарии, может быть, как вообще? С хейтерами я тоже люблю общаться. Вот они делают какой-нибудь вопрос такой, задают с подковыркой, и ты им вот с подковыркой ответ. Такой, почему бы и нет? За просмотрами слежу, комментарии читаю, на хейт не реагирую, на хорошие комментарии, конечно же, реагирую. Мне важно, чтобы меня любили люди, и не обращаю внимания на тех, кто меня не любит. Не удаляю комментарии хейтеров, если они обоснованы, если кто-то просто зашел у меня запикать это слово, то, ну, без как-то основательно, это я, конечно, чищу, чтобы просто не было кучи спама. Или если кто-то там пытается оскорбить кого-то из моих близких, тоже удаляю, но этого, благо, давно не было. А так комментарии не чищу. Зачем? Наоборот, какой-то негатив вызывает больше желания защитить у тех людей, кто любит меня. Хейтерам ты отвечаешь или вообще, не, может быть, игнорируешь, или даже удаляешь комментарии? Редко хейтерам отвечаю, потому что мало конструктива у хейта, поэтому как-то нет такого, что прям я такой слежу за хейтом и такой наблюдаю. Нет, мы делаем то, что мы делаем. И, в принципе, мы же давно блогеры, нас, в принципе, сложно зацепить чем-то. Ну да, есть он хейт, но это неотъемлемая часть всего нашего общества и всего нашего интернета. Если ты стал публичным человеком, то будь готов к тому, что у тебя будет огромный хейт. Раньше я вступала с ним в диалог. Это была не очень правильная тактика. Сейчас я стараюсь не обращать внимания. Она злится. Могу это воспринимать как-то, но я это говорю все ему, но никогда не отвечаю на это в интернете. А если я отвечаю на это в интернете, то это будет, ну, разумно. Ответ будет разумный. Короче, она в тени так атакует со спины. Если пишут хейтеры, ты читаешь, отвечаешь, удаляешь, может быть? Хейтеры некоторым отвечаю, некоторых не замечаю. По большей части игнорирую, но иногда, если я отвечаю хейтерам, то это как-то в добром таком русле. Если мне пишут какую-то гадость, я говорю, типа, ну спасибо, мой хороший. Очень приятно было, мне понравился твой этот комментарий. То есть я назло отвечаю добром, типа, все. Я на самом деле отношусь с иронией к этому, потому что невозможно всем объяснять там свою позицию, свое мнение и так далее. Ну, в этом нет никакого смысла, особенно для взрослого человека, у которого много дел, в отличие от хейтеров, которые пишут эти комментарии. Некоторые комментарии, они, конечно, единичные, я просто удаляю, потому что их неприятно слышать не только мне, а и моей аудитории. А в основном, как бы, да нормально, нормально, к хейтерам нормально.